Здравствуйте, вы смотрите женскую программу. Меня зовут Оксана Хикматуллина. В моих руках создание, в красоте которого мало кто усомнится. Хотя месяц назад это была всего лишь гусеница. Такой же эффект бабочки на женщину оказывает карбоновый пилинг. Процедура, которая позволяет избавиться от многих недостатков кожи. Карбоновый лосьон. Вот он. Карбоновый пилинг уже оценили многие известные модницы. А делали ли эту процедуру красноярки? Я решила задать такой вопрос на своей страничке в Инстаграм и жду ваших ответов. Карбоновый пилинг – это лазерный пилинг, который сочетается с фотоомоложением. Используется во время процедуры наногель, углеродный наногель, который наносится на кожу и усиливает действие лазерного луча. Иногда мы его даже проводим как процедуру омолаживающую непосредственно перед событием, потому что улучшает цвет кожи, качество кожи, структуру кожи. Я слышала, что карбоновый пилинг убирает покраснение на коже, пигментные пятна и сужает поры. Перед Новым годом крайне полезная процедура. Наталья Шихаданова – дизайнер вечерних платьев, фотограф. Воспитывает сына замужем. У косметолога бывает массаж и уход – процедуры, которые Наташа регулярно делает. На карбоновый пилинг решилась впервые. Ольга Николаевна, расскажите, почему вы решились на карбоновый пилинг? Мы с дочкой читали про эту процедуру. Карбоновый пилинг очень полезен для женщин постарше. Ольга Николаевна – пенсионерка, всю жизнь посвятила детям. У нее две дочки, сейчас занимается внуком. Она, как и большинство мам, с косметологом встречается нечасто, но на чистку кожи ходит регулярно. По результатам моего опроса в сети Instagram только одна подписчица пробовала карбоновый пилинг, а остальные только мечтают о нем. Но теперь у всех у нас есть такая возможность попробовать звездную процедуру. Чудо-аппарат появился в Красноярске. Мне он понравился больше, чем кислотный. Нет такого шелушения и больше, чем фруктовый. Не сушит, а наоборот увлажняет. Я очень хочу, я давно о нем знаю и мечтаю. Не пробовала, но очень хочу. Интересен эффект. Есть расширенные поры, Т-зона. Наносится углеродный наногель на поверхность кожи. Он наносится на кожу и глубоко проникает в поры. И когда мы работаем лазером, то в порах происходят такие микроразрывы, микрочастицы, которые, в свою очередь, оказывают бактерицидный эффект, очищающий, адсорбирующий. Во время процедуры используется неодимовый лазер. Пациент будет чувствовать небольшое, незначительное покалывание. Сначала было, конечно же, немного страшно, но после первого щелчка страх прошел. На самом деле нет никаких некомфортных или неприятных ощущений. Чувствую только легкое покалывание. Пилинг также подходит для возрастной кожи. Кроме того, что происходит удаление ороговевших частей эпидермиса, пилинг, эксфолиация, стимулируются коллагеновые процессы, процессы коллагенообразования. Эта процедура очень приятная. Кстати, карбоновый пилинг подходит и подросткам, потому что он позволяет вылечить угри и воспаление, поэтому возрастных ограничений у процедуры нет. Карбоновый пилинг – это та процедура, которая поможет вам быстрее, чем природа, стать из гусенички бабочкой. Новогоднее предложение – карбоновый пилинг за 1800 рублей. Институт медицинской косметологии. Красноярск, улица Кирова, дом 19. Телефоны 212-1087, 212-0749. Ощути прекрасные метаморфозы. Увидимся с вами через неделю. Не забывайте баловать себя.